Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня буквально парочка новостей. Первое. Стартовал Discord сервер, начал работать Вот ГСН. Кому интересно, ссылочки под каждым видео в описании, в том числе и под данным видосом. Жду всех в гости, заходите, знакомьтесь с новыми людьми, общайтесь, спорьте, узнавайте новости, делитесь новостями, проводите весело время. Короче говоря, делайте все, что душе угодно, единственное, что обязательно ознакомьтесь с правилами пользования Discord, но поверьте мне, они абсолютно не сложные. Ну и, соответственно, я думаю, всем под силу их выполнять. В частности, озвучу заблаговременно для тех, кто переживает. На моем Discord-сервере запрещено преследование по каким-либо убеждениям. Запрещено хамское общение с другими участниками сервера. Соответственно, запрещено использовать нецензурную лексику. Запрещено спамить. Запрещено размещать ссылки, кроме тех ребят, кому это будет разрешено. Отдельно обозвучу потом, ну и будем обсуждать это все непосредственно на самом Discord. Короче говоря, ребят, кому интересно, кто хочет в приятную веселую компанию единомышленников, пожалуйста, запрыгивайте по ссылочке в описании на Discord. Ну и, соответственно, будем там общаться и продолжать фаниться и весело проводить наше с вами свободное время. Второе, что хотелось бы озвучить, ребят, с учетом того, что наконец-то разработчики позволили не только избранным, но и преобладающему большинству дарить подарки, я не могу не воспользоваться такой возможностью и хочу предложить вам следующее. Я хочу предложить вам шансы получения премиумной машины либо хороших подарков выше, чем предлагает Wargaming. Если вы правильно помните, или правильно помню я, то самый высокий шанс выпадения премиумной машины какой-либо, вот прям совсем даже самой захолустной, из контейнера составляет 5%. И то это настолько редкий случай, что и считать, честно говоря, особо долго не придется то количество контейнеров, которые имели такой шанс выпадения машин. В основном шанс выпадения машины премиумной составляет приблизительно от 1, ну максимум до 3%. Ребят, я вам предлагаю следующее. Я предлагаю вам поучаствовать в розыгрышах на моем канале с шансом получения премиумной машины разной стоимости всего лишь за 1 доллар, ну либо допустим за 3 или за 5. Сейчас объясню более подробно. Значит, на данный момент у вас на экранах следующая презентажка. Если вы кидаете донат на 1 доллар, то, соответственно, между 10 такими игроками будет разыгрываться приз с 3 до 5 долларов стоимостью, и, соответственно, ваши шансы победить в таком случае составляют 10%. Если вы кидаете гарантию в размере 3 долларов, то, соответственно, приз увеличивается, и вы можете выиграть себе приз, в том числе премиумную машину, стоимостью от 8 до 15 долларов. Ну и если вы гарантируете 5 долларов на розыгрыш, то, соответственно, ваши шансы все такие же 10%, поскольку разыгрываться будет между 10 игроками, которые кинули гарантию. Ну и, соответственно, вы можете выиграть с вероятностью в 10% себе какой-нибудь приятный, хороший наборчик стоимостью от 20 до 25 баксов. Итак, ребят, что необходимо сделать? Первое. Поскольку есть ограничение того, кому можно дарить подарки, вам необходимо сообщить мне свой никнейм в игре, ну и, соответственно, мы должны с вами зафрендиться. Как можно это сделать? Самый простой способ. При оформлении доната, ссылка на мультивалютный донат есть в описании к данному видео, заходите по ссылочке и в тексте, который отправляете, вам необходимо написать следующий текст. Пример текста сейчас видите на экране. 1 доллар, дефис и ваш никнейм в игре, под которым вы играете на евросервере. Я вижу ваш донатик, я записываю ваш никнейм и жду от вас в самой игре приглашение стать друзьями. Добавляю вас в список своих друзей, соответственно, мы зафрендились. В течение недели будут собираться, соответственно, гарантии от 1 до 5 долларов. И по окончанию недели на стриме в онлайн-режиме без всяких подтасовок будут проводиться розыгрыши призов. Условия проведения розыгрышей следующие. Все участники розыгрыша делятся на три категории. Категория 1 доллар, категория 3 доллара, категория 5 долларов. Каждый десяток игроков, которые кинули в соответствующую категорию, соответствующую сумму гарантии,
между ними проводится розыгрыш приза. То есть, если задонатило, грубо говоря, 30 человек, соответственно, проводится 3 розыгрыша. Первый розыгрыш между первой десяткой, второй розыгрыш между второй десяткой, третий розыгрыш между третьей десяткой. Если вы кидаете несколько донатов одновременно, допустим, 3 доната по доллару, то, соответственно, в первой десятке вы занимаете 3 места из 10 возможных. Если вы бросаете донаты с перерывом во времени, соответственно, вы занимаете по одному месту в каждой из десяток, которая будет формироваться. Таким образом, ваши шансы увеличиваются. Что хочется добавить еще? Такие розыгрыши будут проходить в каждой категории. В категории 1 доллар среди каждого десятка игроков, между тех, кто задонатил 3, и, соответственно, тех, кто закинул 5. Сразу возникает, я думаю, вопрос, а что делать, если десятка не набралась? Все игроки, которые занимают последние места в последнем десятке, который не закончился, то есть, допустим, 47 игроков сбросили свои донаты, 47 мест на розыгрыш. Розыгрыш проводится между первыми четырьмя десятками игроков, которые кинули соответствующую гарантию, остальные же 7 игроков переходят на следующую неделю, и, соответственно, на следующей неделе будут участвовать в розыгрыше. Что хотелось бы еще отметить? Никакой фальсификации, никаких подтасовок. Заблаговременно в описании к стриму, на котором будет проводиться розыгрыш, будет указан период времени, за который были сняты данные по людям, которые сбросили соответствующие гарантии. Список игроков будет выставлен в описании к видео, и вы будете четко знать, в какой десятке вы находитесь, и, соответственно, под каким номером в этом списке вы есть. Генератор случайных чисел в онлайн режиме выберет цифры от 1 до 10, от 11 до 20 и так далее. И таким образом будут определены победители. Все призы будут перечислены, как только закончится розыгрыш в течение максимум 1 дня. Что хочется уточнить еще. Если вдруг по какой-то причине, ну прям я не знаю по какой причине, вы не присутствуете на стриме, на котором будет проводиться розыгрыш, не беда, вы заходите в запись данного стрима и, соответственно, все узнаете. Ограничения по правилам следующие. Поскольку призы в магазине постоянно меняются, то, соответственно, организатор розыгрыша, а именно я, буду определять, какой конкретно приз вам перекинуть. В любом случае он будет в ценовом диапазоне, который был указан ранее. То есть вы в любом случае получаете существенно больше в случае победы, чем вы кинули гарантии. Плюс к тому, хотелось бы обозначить, что поскольку компенсация за уже имеющуюся, допустим, премиумную машину, она производится, насколько мне известно, исключительно в серебре, дабы вы не получили ненужное вам серебро за ваши кровные деньги, перед тем, как отправлять вам подарок, я безусловно зайду и буду смотреть, есть ли такая машина у вас в ангаре. И если такая машина у вас в ангаре есть, то тогда, братки, вам придется, ну, чуть-чуть немножечко подождать до тех пор, пока не появится следующая машина на продаже, которая у вас отсутствует в ангаре. В конце концов, никто не мешает провести переписку и спросить у того, кому полагается приз, хочет ли он получить именно эту машину себе в подарок, даже если этой машины у него в ангаре нет. Вот такие вот, друзья, розыгрыши планируются у меня на канале. Если вы за честные обзоры, подписывайтесь на мой канал. Ну а те ребята, которые со мной уже не первый месяц, знают, что за все время существования моего канала я ни одного человека ничем не оскорбил, ну и уж тем более никого ни в чем не обманул. Поэтому, ребятки, если вы хотите поучаствовать в честном розыгрыше с реальным онлайн розыгрышем призов, а не просто рандомным выбором самого ютубера пальцем в небо, пожалуйста, ребятки, участвуйте, сбрасывайте свои гарантии, ну и, соответственно, давайте начинать получать призы с существенной выгодой для себя. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.